обои, холодильник, микроволновка, стиральная машина, полностью вся отделка, в коридоре тоже шкаф стоит, все вообще супер, я очень довольна. С главой по видеосвязи Яна Храмина. Девушка отметила новоселье в июле. Она одна из 32 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые получили положенные от государства квартиры. Программа 2020 года в Одинцовском округе полностью выполнена. Буквально вчера я вручил еще ключи троим ребятам. И план на 2020 год мы выполнили на 100%. Всего за счет средств Московской области были приобретены 32 благоустроенные квартиры. Это на самом деле рекордное количество, примерно в 2 раза больше, чем в среднем за год предыдущие годы. В начале года в список детей, которым полагается жилье, вошли 30 человек. К концу года он увеличился до 32. По нормативу им полагается квартира не менее 27 квадратных метров площадью. Чтобы выполнить обязательства, из бюджета было выделено более 117 миллионов рублей. Жилые помещения приобретались в домах новостройках. Это один из критериев при приобретении жилья. При этом 15 квартир в доме новостройки в Ленинграде, 15 квартир в жилищном комплексе Рублевский, это вблизи станции Сколково, и 2 квартиры в деревне Митькино. Все квартиры, выделенные для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не только со свежим ремонтом. Для новоселов закупили необходимую мебель и бытовую технику. Вселяться в новое жилье можно сразу после вручения ключей. Обязательство администрации округа при приобретении квартир – это купить непосредственно жилое помещение. Все, что касается внутренней отделки, это подарок сиротам от Одинцовского городского округа и непосредственно главы округа. Реализация программы губернатора в следующем году будет продолжена. Уже запланировано приобрести 20 квартир. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».